Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Промикс. Выдалась возможность записать видео. Думаю, что записать? Ты думаешь, запишу, короче, я Republic at War, потому что у нас и так тут компания затянулась, вся херня. Уже сколько там, 20 серий идет. Это уже 21-я получается. Это больше, чем прохождение за Республику все. Да, и у нас... Что у нас? У нас ситуация. У нас есть эндюро тяжелое? Нет, у нас эндюро тяжелое. Я думаю, я поеду просто. На бригада рая. Тут я вижу, у нас станция строится. Но я думаю, вот так вот сделаю и посижу там, потому что они там сейчас могут прилететь легко. Я не помню, что у нас было просто. Они на дюро могут так прилететь. Я пока не буду тогда строить станции. Или нет, на дюро я построю, я полечу. Я полечу вот так вот. Ты это шутишь, что ли? Я только, блин, с паузы снял, ты уже тут. Молодец, что? Что мне делать? Ладно, поехали, посмотрим. Давай сразу как-нибудь. У нас тут есть турели, к счастью, они не потерялись у нас. Давай, 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 давай. Давай сюда все сразу. Блин, они там наверху. Они прям наверху мутят. Отличный спаун, ребят. Просто идеальный. Никаких проблем. Я думаю, я тут посижу. Блин, они там захватили. Пока нет. Они захватили все равно это говно. Они прям крепко настроены, на то, чтобы захватить. Но они потеряли нормально так солдат на этой херне. Не знаю, что им надо, правда. Отличный спаун, мать твою. Ну что это за говно? И тут тоже, видать, прекрасный спаун. Нет, тут еще более-менее. Найс карта, блин. 10,5 подкрепления. Пил. Пока. Нет, видать, не пока. Отлично сбалансированные танки. Они мочат и пехоту, и все прекрасно. Но их нельзя убить. Тем не менее. Я полечу туда. Сделаю вот так вот. Я так и знал, мать твою. Я вот... Хорошо, что я не весь флот туда послал, правда? Мудаки. Я же вас сейчас встречу. О, у нас тут есть турельки. Ничего себе. Где-то они там. Вперед. Прекрасные щиты, блин, транспортники. Что, мне дадите все его уничтожить? Я так понимаю. Но это прекрасно. Че, отступать не будете, я так понимаю? Не, мне это все равно. Вы очень странно ведете себя. Sir.
Хрена они крепкие, блин. Гребаные корветы. Менее бронированные. Атакуй, алло. Что, проблемы, что ли? Нормальная такая зачистка. А, ты только сейчас решил. Как насчет нет? Блин, их еще до хрена там. Оу, блин, я еще пропустил другие корабли. Обидно. Ну, 8 сейберов, что и 12. 19. Ну что, полетели тогда? Лучшие. Я не знаю, что они двумя викториями хотят добиться там. Но и не знаю, им виднее. Don't fail me, general. Так, не открыли всю карту. Зачем-то. Это же замечательно. Я бы не знаю, я бы отступил. Это же ненормально. Да блин. Хероника по двигателю ему. Вот так. Что, нормально тебе? Ну, прекрасно. Не надо мне никакой, или надо? Ну давай, ладно. Че, ладно? Я Викториус. Угу. Отлично. Ага, и отступают. И тут мой Лакархалк такой летит. Здрасте. К вам можно? Я думаю, к вам можно. Надо, блин, еще мутить этих парней. Подожди, что у меня вообще есть на Фандоре? Потому что я в прошлый раз, помню, я аж охренел. Да, у меня нет ничего особого. Печалька, печалька. Может, мне нахер вот эту вот херню? Понятно. В принципе, я все правильно сделал. Но она не нужна. Она очень херово работает. Там, потому что они пехоту в основном высаживают. И больше ничего. Подожди. Что у них там? Давай сначала так. Полетели. Ох, сейчас как зенитки нас прибьют. Не хочу вот эти вот танки высаживать. А дворфы пусть будут.
все. Где мы? А, ну турели они все разрушили, я понял вас. Я бы их послал на самом деле, я бы дал не эту тупую способность, а что-нибудь патрулирование или что-нибудь такое. Зенитка, мать твою, парень! Нахреневший, что ли? Что за зенитки, блин? Алло. Я бы не рекомендовал себя так вести. Так, давайте вы не будете туда летать. Yes, особо. Блин, опять это говно. Интересно вообще, как это работает, блин. Да, ну у них пехота, конечно, там просто хренище. Hello, commander. Weapons activated. Destination log. Yes, sir. Enemy invade. Acknowledge. Attack orders verified. I will comply. Ну вот ты сидите там на берегу, отдыхайте. Вам нормально. Market insight. Weapons activated. Enemy engaged. Прям это дюнкер какой-то. Так, отошли оттуда. Меня кто-то херачит, по-моему. У этого прям все меньше и меньше здоровья, по-моему. Это плохо. Да, ему так плохо стало, ты его пил. Охрененные пушки у них, правда. По сравнению с латами, это полное говно, блин. Кто в него стреляет? Понять не могу. О. Лучший из лучших. А, ну да, мать твою, естественно, они там что-то сделали. Я, пожалуй, не буду там летать тогда. Я сюда. Не, нельзя туда. Ща. Я тут посижу. Раз они такие умные там. Ну ты идиот, что ли? Нахрена ты туда лезешь, блин? Но не успели. Сейчас какого-нибудь этого надо будет послать. Там эти пусть сидят. Ждем. Я пока по берегу пройдусь чисто. Ничего особо. Ага, у них еще и тут есть. Идиот, блин, не надо бомбить никого. Я не понимаю, тебе, блин, жить надоело. Вы куда летите постоянно? Куда? Зачем вы сюда летите?
меня раздражают. А где их эти глаза красные? Что за дела? Давай, 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 смелее. Они все еще тут. Ну что, рискнем? Но мы рискнули. Мы рискнули и поплатили за это одним челиком. Ну блин, сколько вас там еще, господи. Ну алло, я же щелкнул. Хорошо, что cancel, блин. Ноль реакции, блин. Не, не буду. Они пока сюда идут. Так что... Ну давай, херач, чё. Ну пойдет, наверное. Сколько их там еще, господи. Ну вас там чё, блин, я не знаю, возродиловка какая-то, респаун есть или чё еще. Эх, блин, надо было высаживать этих челиков, чтобы они убирали зенитки. Я что-то не подумал про это. Уже поздно. Рили? За один выстрел троих? Охрененно, блин. Минус армия, чё? Вперед. Не знаю, откуда у них вот эти танки все еще остались. Но это ведь так логично. О, чё, ночь, что ли? Не, нихера, чё с освещением? Ну давай, едь, все нормально. Так, херач. Не, ну это конец. Это нахер сразу. Оно не работает. Это не работает. Это вообще, я не знаю, они сильные. Ну их нахер, блин. Сколько их там еще? Мне надо, блин, опять армию все сделать. Это опять надо тратиться. На нас утопало есть у нас. Ну вот тут вот пусть бы делает. Кто-нибудь сюда его. Да. Подожди, а чё? А, ага. Окей. Я не совсем понимаю. Давайте я попробую.
вот эту штуку взять и вот эту. Но я ее просру быстро, я так чувствую. Но еще не факт, посмотрим. Я там посижу, пожалуй. Здорово, ты сюда идешь. Ой, ну почему всегда так? Да откуда? Вот что? Откуда они этот Фандор взяли? Что за приколы, блин? Постоянно. У меня аж там Провиденс строится, республика. Все насрать? Yes, sir. Я так понимаю, тебе все равно. Подожди, я строил. А, это для этого, подожди, ты где был? На Дюро, да? Ладно, не важно. Hyper Velocity Gun available. Где они? Ну, они где-то тут должны быть. Но не. Блин, я Викторию подбил. Ладно. Как же она мощь-то? Как же она херачит? Херач сюда давай. О, арки, здорово. Алло. Блин, сейчас это приедет. И все. Арки. Ну, арки это арки, что поделаешь. Здорово. Какими судьбами? Эх, еще один раз бы. Что-то не успею. Блин, нахера я Винатор мочил? Надо было Викторию подмочить. Давай. Что там осталось? Винатор и Виктория. Потом опять станцию надо будет мочить. Now is the time for us to strike the Republic where they least expect. They're right on top of us! Нет, не попал. Мы сейчас засветим. Вот это такая проблема. Не потому попал случайно. Бывает. Свободны все до единого. Гребаные арки. Сейчас вернусь. А что, куда летит этот? Это, по-моему, шар, да, у нас? Не.
Ну чё, земля тебе пухом аура. Да она сможет затащить. Отвечаю. На изи вообще. Мочи, взрывай, все. Ну, в смысле? Нет, она не сможет защитить. Я пойду. Сюда, сюда, сюда. Нет, в смысле, они взорвали Бакту? Ну и мудаки. Что за говно? Ну и битвы. Промикс, соберись, мать твою. Полетели. Не, не полетели, они не умеют летать. Что за ДЦП, блин? Я аж сам в шоке. Но эти дауны-то справятся. Я думаю. Я надеюсь. А, блин, сейчас эти идиоты пригонят туда. Я знаю. Уже видели. Ага. Как я это предвидел? Нахер иди. Он отсюда прям. Ну ты справишься. Отвечаю. Если не ты, то кто? Ну вот сюда идешь, ставишь Бакту. Если что, идешь лечиться. Все, изи. Откуда у них столько говна там набралось? Ага, битва даунов. Так, я пойду. Да иди, идиотка, блин. Я ДЦП, ребят. Со мной ничего не поделаешь. Я не знаю, почему, во-первых, она такая слабая. Сколько ее там? Два юнита пехотных зажарило. А у нас-то Providence еще тем временем появилась. Я очень рад. Ну почему так долго? Давай. Давай ты в одиночку. Ты же справишься, правильно? Почему я всех в одиночку отправляю? Я не хочу ждать. Мне просто надо прямо сейчас все это сделать. Вперед, они справятся. Я отвечаю. Без проблем должны. Ну? Так, давай, я не знаю, ну... Все остальное вот так вот. О, здорово. Ой, мать твою. Давай, лети тоже. А бригада Рая? Что, мать твою, за херня? Откуда это вообще взялось? Охренеть, что там за говно? Ну, меня тут сразу зажарят. Он не может ничего сделать. Отлично, ребят, минус 1600. Отличные эти, турели. Классно. Дали отступить. Я, пожалуй, полечу на Карелию. Меня это сильно задолбало, даже вот, вообще. Погнали. Где, простите меня, Providence? Алло. Это этот едет? Нет. А где? Поехали. Что там? Ну, насрать, что там? Ну, естественно, у них там полно пехоты. Да. Они очень любят этим заниматься. Так, как-нибудь надо туда их захерачить.
Не, никак не захерачу туда. Надо еще один. Так, как-нибудь сюда тогда. Ну, алло, давай. Все, хватит. Ну, я надеюсь, ты не сюда. Ну, мать твою, естественно, ты туда. Ну, плакуна не убить, я так понимаю. Вообще джедаев не убить. Все говно. Че, можно мне, пожалуйста, вот это вот зажарить? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну. Хероника. Успел, нет? Я не знаю. Я не видел. Я надеюсь, они там долетели, эти торпеды. Да, они долетели. Ну и слава богу. Много чего потеряли они. Ага. Я пойду дальше. Ибо что ко мне приставать вообще? Второго. Так, дальше. Да. Делаем вот здесь вот две штуки. Вообще надо побольше делать. И надо еще на утопау делать. Да, здорово. Так, подожди. Окей. Отлично. Constructing unit. Так, теперь полетели на Королак, Кариду. Рендили еще надо сгонять. Здрасте. Приятно вас было увидеть. Тут вообще прикольно. Тут тоже... Мать твою, нет. Я сейчас вернусь. О, вот тут вот уже прикольно, я так понимаю. Так, и что там у вас? Ну, не, в принципе, нормально. Ну, у них тут есть, конечно, всякие корабли такие интересные. Поехали. Давно так надо было сделать. Но, блин, я же не робот, чтобы это знать. Правильно. Куда-нибудь, пожалуйста. Ну, сюда, ладно. Yes. Now is the time for us to strike the Republic where they least expect. What should we do? Yes. Ah, well. It's my programming. Давай. Не знаю, как там. Alert command. Enemy troops at our position. Одни... Это, подожди, это не дредноут был. Это Карак, наверное. Станция 4 уровня минус. Пфф, проблемы. Но с винаторами я не пойду сражаться, если пень. Да, дредноут был. Чё там, как дела у них? Ну, у них растет доход, вообще изи. Почему вот так? Почему не через Карелию? Так же быстрее было бы. Ладно, я тут пока держать ее буду, эту армию. Так, нахер иди.
Все, здрасте. Там у нас есть... Там у нас есть, я подожду, пока она построится сейчас здесь. Ага. А, это Дюро. Ой, тьфу, это Адзери. Окей. Неприятно. Но они наконец-то соизволили напасть. Но надо сразу же тогда штурмовать всю эту херню. Так, окей. Ну, Дурч, я не знаю, он говно. Пусть он попытается что-то сделать. Ну, ты будешь атаковать там, я не знаю. Он лечится, кстати, нормально. Обороняем, что ли? Они так долго сидели ради всего этого? Это же прям похоже на мои атаки на Абригадре. Такое же говно. О, кстати, пошли сюда. Надо еще это будет захватить. Я не знаю, зачем оно нужно мне, раз оно взрывается сразу. Как насчет, блин, подорвать ракетами его? Идиоты, блин. Окей, давай сюда тогда. Ну, Дурш справился. Он неплох. Мать твою. Охрененно. Это, подожди, это он мне подорвал мои летуны бомбардировкой? Охрененно. Логично. Что сказать? Найс. Подожди, нет. А, они вышли все-таки. Enemy has been defeated. Но мы тоже были defeated, потому что у нас говно случилось одно. А Дурш хорош. Ну, попробуем. Хер ли нам, дроидам? И с кем они там approaching? Я так понимаю, это... Я знаю, что это. Или я даже не предвижу, что это. Игра настолько залагала, что, я так понимаю, там очень много всего классного. Но, может быть, это что-то не то. А, провизор, давай сюда. Ага. Ага. Классно. Юлорен против Тренча. Блин, ну там говно не в этом. Говно в том, что у нас вот эти... Надо их не просрать опять будет. Надо не нажимать, автобой будет. Ну окей, идите отсюда нахер все. Вы мне не нужны. Так, а где они там? Они где-то тут должны быть. Они очень рядом, если что. Так что нам надо будет... Надо прямо сейчас их брать. И атаковать уже. Блин. Давай, 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 херач. Я попал в Викторию. Это плохо. This is usual, блин. У нас каждая серия такая херня происходит. Пора привыкнуть. Блин.
Не дотянул чуть-чуть. Давай туда также. Тренч тут посидит. Все, красава. Херач, блин. Спасать сейчас Тренча будем. Ты не туда стреляешь, блин, Тренч. Ты себе не помогаешь вообще ни разу. Такими выстрелами. Давно у меня это доступно. Так, ладно, ребят, стоп. Потому что это важно. Все вроде. Поехали. Блин, видать, минус Стрэндж. Я что-то прям захерачивал его куда-то не туда. Или он сам захерачивался, он любит летать не туда. Охрененный выстрел, который не снес почти ничего. Нахер не пойдешь? Так, надо херачить сейчас, вот это будет. Эх, Тренч. Не знаю, не получится тебя вообще никак увести. Куда вы все уходите? Супер тактика новая. Бомбардировщиков не хватает. Ну ладно, обменяли Тренч на Йоларена, можно сказать. Это мы еще не выиграли, кстати. Надо пойти его замочить до конца уже. Слушайте, достали уже. Че пристали-то, блин? Hyper Velocity Gun available, я тебя понял. Ну, долго, охренеть. Это при поддержке Providence еще.
Those 631s are not the brightest lights on the ship. We're ready. Yes, sir. Нет, этого быть не может. Еще один я не просру Providence. Значит, я не я. Но я балерина, если это так. А, ну у них еще есть. Ну да. Тогда конечно. Да ну надоел, что тут забыл-то, блин. Ну, блин, упокойся твоя душа, чё. Да, я ж подумал, я Hyperlossive Gun в этот умирающий кинул. Дерьмо. Ну уж извиняйте. Что-то я в этой серии совсем ДЦП. Я думаю, без потерь в этой серии вообще никак было. Ну не в этой серии, а в этой битве. В этой конкретной. Тут очень близко просто все. И они как-то... Блин, плохо, что при обороне нельзя разбросать свои войска никак. Вот прям совсем никак нельзя. Прям плохо. Unit in production. Unit canceled. Прям очень плохо. Давай туда. Что там у них осталось? 7-3. Это много. Виктории, я сейчас объясню, почему мы потеряли. Виктории херачат очень хорошо у ИИ генератора щита своими ракетами. Сносит генераторы щита очень быстро. И начинают мочить, собственно... Смотрите, кто у нас сейчас появится. И смотрите, еще кто у нас появится. И очень хорошо они херачат мне сразу же винаторами все. И закидывают свои лазерки еще. И еще и арки херачат. Поэтому я быстро все просираю из-за этого. Это еще мне повезло, что я, в принципе, мало просрал. У меня таких кораблей вообще нет. У меня... такими ракетами херачит только вот эта вот картонка, которая вообще на это непригодна. У меня херачит... ну, я не знаю насчет Булварка. Вообще он очень хороший корабль в Ребелле. Но тут он такой же, как Providence, только вместо ангаров там еще две пушки, можно сказать так. Ну, там есть ангар, он спереди, по идее, должен быть. Но вот... Херачит ракетами Лакерхалк, но он медленный до хрена. Ну и все, у меня нет таких агрессивно направленных кораблей, как у Республики, которые могут ракетами херачить, а потом винаторы, чтобы добивали. У меня есть аналог винаторов типа Providence, более-менее. Но вот был бы у меня еще вот такой можно взять, но... Его нужно очень много. Этих мунифицентов надо штук 20, наверное, на флот иметь. Причем не на флот просто, а на карту. Чтобы они хорошо херачили. У них очень мощные пушки. Это правда. Были бы у меня корвет вот эти ракетные, как у Республики. Но нет же ни хрена. Что мне делать-то, блин? Никакой стратегии. Просто херач числом Providence и ну, хоть до шаров допер. Roger, roger. Полетели. Или не полетели? Ладно, полетели пока. Ну да, вы рассыпались, естественно. The Republic has played into my hands. Our new Confederacy alliance grows stronger. I see clones.
Ну что, по традиции забираем Джиггернаут и станцию. Пусть они там строят, что хотят. Мне нужен большой комплект армии. Вот чтобы прям без проблем можно было. Летать, засунуть его во флот куда-нибудь. Летать им. Ну что, я не знаю. Нет, не так. Фантор, блин. 4 штуки. Я не буду тратить больше деньги на станции. Я так подумал. Слишком много я трачу денег на нее. Вместо того, чтобы начать строить Провиденс, я убиваю станцию. Ну, 300 еще ладно. 300 можно еще просто как поддержка такая. Да, прекрасная поддержка у меня. Просто офигенная. Где они, блин, гуляют? Ну вот. Мочи, мочи до конца. Ты куда, братан? На, я понял, куда. Ничего подобного. Обойдешься. Ну, в принципе, антифайтер нормально у меня здесь. Три вот этих челика. Которые арки хрен попадут, потому что они быстрые. Ну, сейчас он его замочит, конечно. Блин, ну... Давай, херач туда. Здесь долетишь как-нибудь. О, привет. Надо поаккуратнее полетать тут. Я пока не вижу. Ну, вроде... Да, вот он. И что дальше? У них еще один винатор должен был остаться. Не знаю где. Надо искать. Надо искать очень аккуратно. Я так понимаю, где-то тут может быть. Если тут файтер летает, это... Нет, его тут нет. Ну, знаешь, где-то тут. Ну, где-то рядом должен быть. Ладно, погнали. Да ладно, серьезно? Это не шутка сейчас. Гребаный Карк не сдох сразу в битве. Это удивительно. Пошли на смерть Сочи. Где он прячется, блин?
Они нас нашли. Они очень быстро нас нашли. Откуда у них столько? Оп-оп-оп, сваливаем. Там, мать твою, там один остался. Гривас туда тоже во флот давай. Вы надоели. Я не отдам вам Фандор. Сори. Блин, ну почти же получилось завалить там всех. Ну нет, блин. Не получилось. Не подфартило. Ну, все апгрейды сделаны. Опять дельта высаживается. Я же не знаю, что бы это значило. Вот были бы они вот здесь, вот эти турболазеры, они были бы хоть как-то полезны еще. Аж говно какое-то. Где вы? Фиксера уже жарят. Они мощные очень. Ничего не поделаешь. Поплакун. Сейчас у нас поплачет этот плакун. Ха-ха, вот эта шутка, да? Нормально придумал. В скобках нет. И где? Ну блин, ты же за ним идешь, да? Уйди. Все, все, уводим его оттуда. Все, мы молодец. Вы молодцы. Вы прям потрясно сработали. Я говорю, потрясно сработали. Вот почему вот эта вот херня их не может проехать? Ну не может. Нет, может. Лол. А почему у меня раньше не получалось? Это как-то глупо. Пупо и глупо. Ладно. Чё-то видите. Под конец вообще затирачил. Они прям на базу идут. Что сделать с плакуном, я вообще не знаю. Не, до свидания. Офигенная атака. Я не знаю, куда это направлено. Эй, 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 стой. Знаете, в чем прикол сейчас? Прикол в том, что мы сейчас будем тупо ждать плакуна. И этот один плакун может выиграть эту всю битву. Просто потому, что это плакун. Ты не сдохнешь, да? Не, он сдох. А, и плакун сдох? Ни хрена ж себе. Но, видимо, плакун не такой сильный. Хотя, на самом деле, это не так. Ну а тебе делать, что ли, нечего? Пидо-пи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 о.
I'm gonna big blaster. Ты сначала сражайся нормально, потом ты получишь свой big blaster. Ну, смотри, какой у этих бластер. Вот у этих вот больших. О, хера у них. Они радуют, смотрите, им норм. Мне кажется, они под этим, под веществом каким-то. Не дроиды, а вот эти вот, которые на переднем плане. Это, не знаю, женщины, мужики. Хз. Вот этого блондина что-то настроение не очень. Брюнеты или брюнетки, в принципе, все ок. Я так понимаю, на Фандоре только такие живут. Ладно. Ты хочешь see some action? Ну, сейчас увидишь some action. Туда давай, там где-то он. Это было близко. Там кто-то, ходит постоянно. Не, если мы потеряем Фандор, это вообще не найс будет. В общем, я прекрасно понимаю, какие тут люди у нас. Ага. Но Фандор мы не потеряем. Ну там еще едут вот эти вот челики, да, но какая разница. Мне, например, вообще насрать. Отлично. Кого он там забомбить хотел, эта атака, я не знаю. Скорч! Нет! Еще свежо в памяти прохождение Republic Commando. Нет. Только не ты. Ты ведь был таким шутником. Нет. Остался только босс. Ну, давно пора уже вам сваливать. Я не знаю, какой смысл был вашего прихождения сюда. Ну да, естественно, они потеряли так мало. Very good. Здрасте. Там остался один винатор, вроде бы. Да, так и есть. Ну, так держи. Там еще Шакти есть. А, собственно, она и на том винаторе, я так понимаю. Двигатели. Плохо. А! Плохо. Очень плохо. Дерьмово. Летаем дальше. Либо не летаем. Надо на кориду залететь. Нет, они до Бестин хотят. Зачем? Зачем, братаны? Я так понимаю, это уже флот у них полетел с Адзери. Я зря на Курсант отправил или куда там? Блин. Надо будет вернуть его сейчас. Так, здрасте. Here we go. А где этот мудила, который... Ну вот он здесь, я так понимаю. О, здорово, Карак. Мой постоянный клиент. Не знаю, это бесполезная херня, я думаю, комп это тоже понимает. При наличии корветов использовать караки. Upgrade,
Hypervelocity cannon firing. Our space station is under attack. Yes, sir. Take out the laser back. Hypervelocity gun available. Yes, sir. Не подфартило, не повезло. Повезет в следующий раз, братан. Приходи. Или не приходи лучше. Лучше не надо. Ты меня бесишь уже страшно. Ладно, давай там, я займусь лучше этим. Ну нихера, станция, оказывается, умеет мочить нормально. Чё на херню тогда мается? Я пойду тогда. Ну, available-то available, но у меня... Угу. Что мне делать? А, ну вот ты где. Ладно. Забирай. Что у них там? Это их говно. Я понял. А серьезно? Да что это за... Нахер. Beginning construction. Ну, там еще свалить негде. Понимаете, в чем прикол? На этом бригаде Рэй вообще негде места. Просто придется сразу сваливать. Ну, а у них там полно всего. Они уже построили зачем-то турболазеры зачем-то себе. Я без понятия зачем. Unfavorable. Я свалил. Что мне делать, я не знаю. Круссант, здрасте. Круссант есть. Да. Три семь. Но у них тут полно говна. Тут такие майндгеймсы сейчас идут просто. Я не знаю, как вам это объяснить. Просто по-жесткому. Конечно, as you wish. Надо этого на мякис посадить. А, я знаю, что я сейчас сделаю. Подожди. Подожди, есть идея. Tactical battle imminent. Ну, это хорошо, что они на Адзери нападают. Ну, может, потом. А, я сейчас выиграю, и туда придут, и они отступят. Топ идея. Захватывай точку, идиот, блин. Как они еще раз высадились? Это же прикол. Иди нахер. Как? Подождите, они что, обнову сделали? Почему дурч такой нормальный? Вот смотрите, тут три, да? Казалось бы. Да нет, блин. У них по три в стаке идет. Это идиотизм. Ну, дурч тащит. Это монстр. Еще бы он летать... Да я не знаю, это лего-дупло какое-то, блин, а не герой Звездных войн. Ну, рили. Как вы достали, а?
Reinforcement point contested. Reinforcement point contested. Reinforcement point contested. Turret constructing. Нее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 
We've secured a build pad. Так, там Вуки внизу прям охеревшийся идет. Что это за оружие? Свомпгаз. Допустим, я сейчас просто опробую. Ну вот. Окей. Бластер. Ну догони, дик, блин, ты же не тупой какой-нибудь. Да? Это типа твое херенное оружие, что ли? Но оно не очень. Но это не работает, блин, давай. Я не знаю, это Форест Гамп какой-то. Все, нормально. Поработали. Дроид Воркс мне зажарили. Молодцы. Мне как раз 500 осталось. Так. Окей, и ты тоже туда летишь. Мы сейчас... ну не сейчас, а в следующий раз устроим Special Operation. Они опять прислали свой стелс-шип туда. Блин, там постоянно какая-то херня происходит везде. Я так понимаю, они со всех уголков галактики сейчас на меня натрутся, а потом, как просрутся корабли, я начну на изи уже латать их. Но может так и не выйти. Посмотрим. Так, окей. Тут вот это говно. Я сейчас улетаю. Я сейчас улетаю, говорю. Я тут полетаю чуть-чуть. И все. И вот он здесь. Он где-то тут. Здрасте. Какими судьбами? Тут еще один есть у них. Тут еще один у них есть. Сколько же у вас говна? Вот что надо ко мне приставать? Я им что плохого вообще сделал? Я просто попросил у них денег, по сути. Для чего я у них попросил? Я у них попросил какие-то условия, которые они не захотели выполнять. Они дауны. Все. Ну ты завалишь его, да? Все, ты его завалишь. Надо было раньше думать. Давай, 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 давай. Блин. Другого флота у меня нет. Сколько у него там? К нему надо прям лететь сейчас будет, обязательно. Провиденсом, не провиденсом, неважно. Чего там у тебя? Шар еще. И три провиденса ты строишь. Блин, долго, конечно. Но вот это важнее. И они отступают здесь. Потому что у них тут дохренища всякого говна. Правильно? Пехотного. А они не захотят его терять. А может и захотят. Посмотрим. Сейчас мы это и проверим. Куда-нибудь его сюда надо. Говорю, куда-нибудь его сюда надо. И... Moving out.
Ну что, ждем. Many Republic fighter squadrons are stationed here to protect the defense grid. Be mindful of them. Ну да. Рассчитано. Так, а теперь за ними на дюро. За ними, говорю. И они так побыстрее, я думаю, да, смогут захерачить. Ну, это тупо, если это так и есть. Типа... Та мать твою, это шутка, что ли? Чё тут забыл? Окей, мы сейчас, по идее, убираем вот это вот говно. Нормально. А потом они прилетают, и мы с ними разбираемся еще. А почему флот распался? Извините меня. Это, блин, идеальный прикол, что ли, такой? Что за пранки, блин? В прошлой битве было все нормально. Выходи сюда. Так, давай там куда-нибудь. Так, у меня тут есть, в принципе, хайпер-велосити ган, так что не страшно. А, они как раз под мой удар попадут. С такими темпами. Что ты делаешь? Давай сюда. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я же только шарам сказал в тот угол лететь. Блин, прям в одной серии все. Сначала потеря, а потом конфедерация наносит ответный удар. Я прям рад. Может, сейчас республика еще какой-нибудь удар нанесет, хрен ее знает. Не может же она просто так сидеть. Hypervelocity gun available. Hypervelocity cannon firing. Блин, они опять построили. Нормально прилетело так. Ладно, смотрим. Тут на самом деле делать вообще нечего. Ладно. Не посмотрим, потому что они отступают. Эй! Ну почему никто двигатель не херачит, блин? Да, я выделил всех, но это не означает, что надо всем вместе прям начать атаковать. Ну чё, здрасте, там еще они прилетели. Да. Вы как-то странно встали, ну ладно. Так. Окей. Okay.
сюда давайте все. И никаких разворотов идиотских. Каждый разворачивается просто, и все. Все идеально. Давай сюда. Отлично, хорошо развернулся. А ты не туда разворачиваешься. Ты как ДЦП разворачиваешься. Собственно, ничего удивительного. А, ну поехали. Денег нет. Мне насрать на все эти корабли. Надо убирать вот эти. Вуки всякие. Так, ладно. Чего ты захватываешь? Херню, кто тебе разрешил? Кто тебе сказал, что Провиденс быстрый? Плюнь в лицо этому идиоту. Где тот винатор? At maximum unit capacity, production halted. Ты развернешься или нет? Будешь так стоять дальше? Ты глупый или что-то? Здрасте. Я тебя сейчас забомблю. Если ты не против. Ай-яй-яй. Это вообще плохо. Мне придется отвлекаться. Давай, давай, давай. Блин. Давай туда, там такие ракеты летят сейчас. Мам, не горюй просто. Почему Гривус все еще задом развернут к ней? Ну что за идиот-то, мать твою? Ну да, естественно, кто бы мог подумать, почему же ты так делаешь? У меня вопрос, почему они улетали с... Садзери, но не улетают сейчас с Тюро. Все, у них тут шансов меньше. Да, ну нормально, конечно, ты ракетами меня забомбил. Респектос.
Блин, я что-то суетюсь чуть-чутка. Надо быть поаккуратнее. Сейчас еще пачка прилетит. Ренатор все еще жив. Виктория все еще жива. Пора переключаться. Черта подобного. Хорошо. Фух, это прекрасно. Идеально. Идеально. Просто муа, конфетка. Топовая операция просто. Хорош. Сейчас еще вот здесь вот начнем строить всякие вещи. На флот. Начнем, пожалуй, с... Подожди, нахера мне... Две Heavy Factory. Это же не работает, правильно? Это же не работает. Он же не делает быстрее. Я просто ни разу это даже не проверял. Ни ванили, ни тут... Не, по-моему, ванили как-то делал, типа, два завода, но это никакого преимущества не давало, кроме того, что вот на базе можно поставить там, например... Ну, чутка по-другому, в общем. И все. Давай тебя сюда подвинем. Ты вообще сиди. Ладно, неважно. Ну, в принципе, ладно. Что мы сидим делаем? Откуда-то у них Виктория прилетела. У них еще полно кораблей, я так понял, на Бригадере. Можно как-то сделать, чтобы они оттуда свалили. Сейчас, во-первых, сначала тут станцию построю. Тут уже станция строится. У нас есть, кстати. Вполне нормальная армия, более-менее. Думаю, надо на бестию как-то ее послать. Construction complete. Так, да, прилетел Providence. Справится ли он с двумя викториями, у которых... Только вы винги в ассортименте, я так вроде понимаю. Сейчас узнаем. Many Republic fighter squadrons are stationed here to protect the defense grid. Be mindful of... Ну, вообще, у Providence, конечно, тут почему-то очень мало говна. Прям конкретно мало. Так, подожди, стоп. Да блин, я хочу перемотку вырубить. Надо на один так сделать, чтобы было. Отлично. Хорош. Один щит вырубился.
Это интересная битва, но я, скорее всего, проиграю, но мало ли. Надо вырубить еще двигатель ему. Нет, ладно, не ему. Вот ему надо вырубить двигатель. Но у меня не получилось. Ладно, ждем тогда. Все? Ты больше не будешь ничего выгружать? Охрененно, блин. Лучший корабль галактики, блин. Но он быстро справляется с викториями, конечно. Но почему ты не мочишь ему генератор щита? Я не понимаю, что, в чем твоя проблема? Он не хочет, все, он устал. Отпустите его домой. Он почти справился. Почему у него ограниченный заряд? Объясните мне кто-нибудь. Провиденс ограниченный, ну не заряд, а, ну вы поняли. Он только два раза выпускает по два юнита бомбардировщиков и три дроидов. Какой дебил это сделал? Нахрена ему тогда нужны ангары, мать вашу, такие объемные? Я прям не знаю. Давай туда еще одного. Надо Фета отправить на суда. Ну вы поняли. Понятно. Херли. Я надеюсь, там построилась эта фигня. Построилась, слава богу. Там больше ничего и нету. Ну, Дурж прям охеренный. Слушай. Что он творит? И он неубиваемый. Его надо, короче, посылать на бригада Рая. Он там на изи расправится со всеми. Только, наверное, с пехотой не справится. Чё за фигня? Помните же, он говно был? Сейчас его даже не сбивают, эти танки, вообще ни хрена. Вообще без проблем. Мне надоели. Ну хорошо. Так. И тут сразу же Провиденс приехал. И он летит уже к этой Виктории. Он уже ее ждет, пока она улетит отсюда. It is time for my message to be delivered to the Republic. Don't fail me. Yes, sir. Uh-oh, we've got company. Ну, естественно, ты теперь удираешь. Я думаю, я полетаю на Карелии сейчас и посмотрю, что у них там есть. А, Провиденс здесь останется. Единственное, что тут не останется, то это Дурдж. Сюда, я думаю, стоит послать сейчас гарнизон вот этот вот.
потому что это пипец какая важная планета. Ну просто вот вы не представляете. А Додж просто летит сюда. Что я прям... Че у них там? Он не знает, что у них там. Окей, ладно, они высадились. Джанго. Invasion commencing. Рили? Что это за база вдруг у вас тут? Ну, неплохо, конечно. Но не слишком ли много у вас тут? Что, попробуем? Какая к черту разница? Последняя битва на сегодня. This will be a crippling blow to the Republic and critical to the advancement of our cause. Да, говна там, конечно, полно у них. Давай куда-нибудь сюда. Как раз они туда подъедут. Удачно сдохнуть. I will. Heading there now. Proceeding. А чё это не работает уже? I am ready. Attacking at once. Ну он хорош, чё? I will take care of it. Хорошо, мочит. I shall go there. We secured a On my way. It will be done. I will enjoy this. Reinforcement point contested. Construction complete. If necessary. В смысле? Так быстро? Хер ли тебя убило? Не-не-не-не-не, я поеду. Охренеть. Они в воздухе достали. А, ну да, только один клон Трупер Компани. Изи. Не почувствовали нас вообще. Ладно, что у нас осталось? У нас остался Гривус, у нас остался Тренч. Тьфу, что я несу? У нас остался Гривус, Ганрей и Дуку. Дуку я вообще терять теперь не буду. Он будет на Мекисе у нас сидеть. Это у нас самая близкая база к нам. Туда надо... Ее надо застраивать. С нее надо уже начинать пилить свои войска, а не с других баз. А то они... Что мы будем строить тут пока? Я не знаю, полететь ли... Можно, в принципе, на Ренделе сгонять. Я, правда, открываю сразу путь на Дюро, но... Тро. Там у них куат. Сразу пойду, скажу здрасте. Тайфера? Мать, ты что? Откуда ты там взялся, мать твою? Тупо ват! Какая еще Тайфера, мать твою? Это же прикол, блин. It appears the Jedi have discovered our operation. There's little time to waste. Prepare for a Republic attack. Тайферу надо держать любым способом вообще.
Да, я сказал на Абригадарае. Последняя битва, чуваки, вообще изи. Ну давай, давай, присылай уже. Все, хорош. Здорово, бой. Два провиденса в здании. Черли, вы думали? Не, я говорил, что я не буду больше тратиться на станции, но тут необходимо. Вы понимаете. Эту планету прям очень сложно завоевывать. Терять ее вообще никак нельзя. А это что сейчас взорвалось? Да, это Виктория, да? Окей, ладно. Ну, Провиденс в нормальных отношениях с Викторией, я это понял уже. Вика ему дает. Все. Извиняюсь за такие низкие шутки. Что-то меня сегодня распирает на них. Все, нормально. Управились. Отбили. Тайфер в безопасности. Более-менее. Пока что. Летим на Куат. Надо возвращаться. Блин, вернись сюда тогда. Или вообще, я не знаю, что с тобой делать. Надо будет на Куат сейчас пойти. Я не знаю, что там. Это у нас говно. Мы потеряли один суплайшип. Вообще насрать. Вот он у нас. Можешь считать, что он возродился. Летим сюда сразу. Почему нельзя было тогда с Карелии вот так вот на Куат? Если ты сейчас Куат летишь на Карелию. Вот я о чем и говорю. В Awakening of the Rebellion вот этого вот кольца вообще нет. Что это за говно? Ну я например просто чисто. В Republic at War оно есть, но оно нахер не нужно. Вот эта огромная карта на все убила, вот, вот всю идею этого кольца. Ну говно же. Что-то... Дюро. Я сейчас прилечу. Я сейчас прилечу. Не надо. Да? Все, спокойно. Ну и где? Он отменил, типа? А, вот у нас еще летит. Ладно, это у нас буду я, наверное, на Ириаду собирать. Вот эти вот все остальные. Мне нужен Провиденс хотя бы. На самом деле. Потому что мы потеряли... Мы ничего не потеряли. Все нормально. Нам надо просто... Сколько? Три вот этих Провиденса, они полетят в этот флот. А Локкер-Халк у нас будет... Главное не терять эти Провиденсы сейчас. То я потерял, по-моему, два этих Провиденса. Но я не потерял. Один у нас на Адзере лежит. Сейчас, главное, чтобы... Ну, здрасте, чё, до свидания. Нахрена вообще прилетать, если вот так вот ты негостеприимно ведешь себя? Прилетел бы со всем флотом, я бы тебя там уничтожил. Блин, прекрасно все. Не считая бригады Рая, все идеально. Мы держимся, держим Дюро и Адзери. Вот это вот трехходочка, конечно, прикольно была сделана. Типа... Выиграли на Адзере, они отступили в космос со своими сухопутками. Республика решила не терять сухопутку, отступила зачем-то на Дюро, где у них есть флот, который брал в осаду планету. Мы быстро отступили, успели принять в космосе бой, короче, с тем осаждающим флотом. И потом отступающий флот Республики с Адзере прилетел на Дюро, и мы их и там хлопнули. Идеально вообще получилось. Прекрасно. С Бригадой Рая, конечно, жестко. И там я вообще не знаю. Захватить Бригаду Рая и все. И можно жить, потому что у них тут... они не смогут строить винаторы в ближайшие... Ну, они, конечно, строят их, наверное, тут уже сейчас. Но подкрепления у них не будет, потому что мы им вынесли весь... А, ну, Сармантелло. Какого хрена там пятая станция? Алло. Не такая крутая планета. Пятая станция тоже мне. Ну да ладно. В общем,
Я считаю, что, в принципе, серия более-менее положительно прошла. Куат мы там мочим, сидим. Мы через Карелию летаем на Куат. Надо, правда, как-то захватывать Карелию, Риндили, Катанимодию, Антар. Это пипец, как сложно будет. И Абрагадрай еще взять. Главное, Карелию захватить и держать ее. Там, я так понимаю, надо ее захватить и держать там весь флот просто. Но надо перед тем, как захватывать Карелию, надо захватить Абрагадрай сначала. Так что в следующей серии уже этим займемся. Опять-таки, выдалось только один раз возможность записать видео в неделю. Я надеюсь, эта возможность так и будет. Я никуда не ухожу, канал не бросаю. Это вынужденная причина, я надеюсь, вы понимаете. Те, кто читал сообщество, вкладку. Вот. Что еще? Надеюсь, что буду радовать вас хотя бы Republic at War раз в неделю, по воскресеньям в 19:00 в Москве. Все, ребят. Надеюсь, вам всем понравилось. Ставьте лайки. С вами был Промикс. До скорых встреч.